Занятие спортом – один из способов сохранения здоровья. С 9 по 15 января в Анапе проходит неделя продвижения активного образа жизни. В ее рамках врачи ведут беседы с пациентами о влиянии физнагрузки на профилактику и лечение неинфекционных заболеваний. Физическая активность является неотъемлемой частью нашей жизни, повседневной, повсеместной, каждого человека, в первую очередь, который способен, ну, без каких-либо ограничений выполнять непосредственно какие-то физические действия, упражнения. Банально, это пешие прогулки. Польза заключается основная, в первую очередь, это для сердечно-сосудистой системы. Во вторую очередь, это профилактика онкологических заболеваний. И в третью очередь, это профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. По словам медиков, в ритме современной жизни, как ни странно, физическая активность у многих россиян сильно занижена. Человек предпочитает телефон и компьютер, прогулки на улице. Это не только способствует развитию заболеваний, но и пагубно влияет на психическое состояние. По рекомендациям ВОЗ, умеренная нагрузка для взрослого человека – это примерно 150 минут в неделю, или же 75 минут интенсивной физической нагрузки. Ну, ориентировочно такие цифры могут быть. На самом деле нагрузка – это всего лишь рекомендации, нагрузка подбирается индивидуально, как правило. Все равно 20 минут, хотя бы 30 минут в день каждый человек может себе позволить пешие банальные прогулки на свежем воздухе. Потому что за счет окислительных именно процессов у нас в организме, то есть мы идем, мышцы работают, организм получает большое количество кислорода необходимого, происходят окислительные процессы в организме, соответственно, все ненужные, так скажем, вредные вещества с кислородом у нас из организма уходят. Занятия спортом важны в любом возрасте. Начинать выполнять физические нагрузки лучше с консультации врача и медицинского обследования. Антон Чистяков, Ксения Гуденко, Михаил Попов, Анапа регион.